Собака не только друг человека, но еще и незаменимый помощник в раскрытии преступлений. Четвероногие любимцы, благодаря развитому обонянию, скорости и физической силе, задерживают преступников, находят наркотики, взрывчатые вещества и оружие. Для того, чтобы понимать язык животных, Алимжану Сартпаю переводчик не нужен. Начальник кинологического управления по борьбе с контрабандой доказал это на конкурсе в Кыргызстане. Среди кинологических служб стран СНГ наши специалисты удостоились первого места в командном и личном зачетах. Ай, молодец, хорошо. Ай, молодец, Жанна. Хорошо, молодец. Соревнования проходили по многоборью со служебными собаками. То есть проводились, состояли из 5 этапов. Первый этап – это был досмотр легкового автотранспорта. То есть давалось 2 легковые автомашины. В одной из них состояла закладка наркотического средства героин в количестве 5 грамм. То есть в одной из 2 машин. Закладка неизвестна, будет она внутри, снаружи машины, в двигателе, либо в бензобаке. Овчарки, спаниели и лабрадоры проходят непростую полосу препятствий с горками, тоннелями и лестницами. Мастерство дрессуры достигается благодаря каждодневным тренировкам и, конечно же, терпению. Кинологи говорят, что самое сложное – выбрать собаку. Так, если у хозяина спокойный характер, то собака должна быть шустрее. Чтобы приручить такого питомца, нужно около 3 месяцев. Обученные щейки каждую неделю радуют хозяев новыми достижениями. Раскрываемость преступлений с помощью служебных собак на протяжении последнего ряда лет неуклонно растет. Жанат Токторбай, Даржан Усканов, информационная служба телекомпании «Отрар».